Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в 9-м съезде судей Казахстана и представил новое видение того, каким должен быть судейский корпус. Глава государства отметил открытость судебных процессов, которая, по его мнению, укрепила доверие общества к судебной системе. Напомню, недавние громкие судебные процессы транслировались онлайн на Ютубе. За ними открыто могли наблюдать миллионы людей. Тем не менее, президент обратил внимание на поведение казахстанских судей, их профессионализм и принципиальность. На совете был принят новый этический кодекс для служителей Фемиды. Документ должен, по мнению Касым-Жомарта Токаева, задать высокие стандарты поведения и укрепить доверие общества к судебной системе. Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались. Именно справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной, считает президент. Глава государства обозначил ключевые достижения страны в реформировании судебной отрасли. Так, в стране создан Конституционный суд. Более широко применяется институт присяжных. Также создана группа службы административной юстиции, которая позволит эффективнее защищать права физических лиц и предпринимателей. Все это открывает путь к процветанию экономики и улучшению инвест-климата в стране, отметил Касым-Жомарт Токаев. Также глава государства обозначил ряд приоритетов для дальнейшего совершенствования деятельности судов. По его словам, ключевую роль в осуществлении правосудия играет возможность обжалования судебных решений в кассационном порядке. В июле текущего года мною был подписан закон, предусматривающий создание 3 самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года. Сейчас важно провести всю необходимую для этого подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства закона. В ходе мероприятия также выступили председатель Верховного суда Асланбек Мергалиев, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Франческо де Паскуале и президент Международной ассоциации по судебному администрированию Луис Пальма.